Сюжет из цикла зарисовок о работниках ММК, признанных лучшими по итогам минувшего месяца. Герой нашей очередной зарисовки – машинист буровой установки, геолого-разведочной партии цеха «Рудник» Дмитрий Степанов. Помимо грамотности и исполнительности, Дмитрий отличает еще одно качество, ценное в любой сфере деятельности – интерес к профессии. Ведь когда горят глаза и дело спорится. Подробности далее. Дмитрий Степанов переехал в Магнитогорск из Казахстана. В 2010 году устроился помощником машиниста буровой установки. Вскоре его забрали в армию. После службы он вернулся на свое место. Получив корочки водителя категории С, стал машинистом. Казалось бы, стандартная трудовая биография. Но есть в этом молодом мужчине то, что отличает его от многих других. Это интерес к работе. Согласитесь, когда у человека горят глаза, когда он душой болеет не только за свою сферу деятельности, но и за общее дело, когда он ответственно и скрупулезно относится к каждой, казалось бы, мелочи в профессии, это вызывает уважение. Впрочем, сам Дмитрий говорит, что для того, чтобы стать профи, нужно не только желание, но и время. Опыт приходит со временем. Я как еще молодой работник, можно сказать, вот только набираю уже. Старшее поколение передавало свой опыт. Есть люди, которые подсказывают, советуют, более опытные машинисты. Бурение колонковое и бурение пневмоударником. Глубокое и не очень. Сквозь глину или песок. В профессии бурильщика очень много тонкостей. Город один, а грунт везде разный. Например, на месте съемок верхняя часть грунта глинистая, а твердые породы начинаются метров через 30. При бурении скважины под воду бывает, что приходится пробурить метров 100 земли и потратить дней 5. Самое сложное – это глубокие скважины. Чем глубнее скважина, тем труднее, потому что приходится глубокие скважины обсаживать трубами различных диаметров, пока не перекрывается сыпучая порода. Непосредственный руководитель Дмитрий отзывается о парне только положительно. Ему импонирует, что молодой машинист постоянно хочет совершенствоваться. У таких, как Дмитрий, мол, есть и хорошие рабочие руки, и голова на плечах. Главное в нашей работе – это дисциплинированность, именно трудовая дисциплина в процессе работы. Ну и, как говорится, острый ум, потому что работа нестандартная. Очень много ситуаций сложных, как он говорил, в зависимости от разреза, там очень много сложностей возникает. И там нужно моментально принимать решение, потому что можно скважину потерять, можно оборудование оборвать. Вне работы все свое время Дмитрий Степанов отдает семье. 8 месяцев назад у него родилась дочка. Татьяна Зайцева, Влад Набиев, телекомпания ТВИ.